мотор подъехал чужеземный, фиолетовый, я марку бы назвал, да забываю постоянно. В него шатенка голенастая усел, с двери хлопнул, и все, и только брызги из-под колеса. Странно, вы как хотите, мне странно, ведь я почти уже любил ее за некоторый пафос очертаний, так сказать, и вообще за выражение лица. Когда знакомишься на улице, те рады о погоде не проходят, устарели, как идеи. Я предпочитаю для начала выразительный какой-нибудь вопрос философического свойства, например. Где я? Скажите, девушка, где я? На многих действует, а это хоть бы что, не удивилась, как не удивился бы реаниматор или милиционер. Нет, я не жалуюсь, я в принципе привык бы к тому, что мир бывает невнимательным и черствым, что благородным образцам он соответствует не шибко или требованиям высшим отвечает не вполне. Черт с ним, не отвечает и черт с ним. Но почему в таком количестве во всяком переулке изначально бесконечный как раз по отношению ко мне? Еще я мальчиком все думал, заведу себе зверька, то их вон сколько скачет по полям-то. Возьму в товарища разумного жирафа, муравьеда или просто кенгуру, я даже имя подыскал. Лямбда, я назову его Лямбда. Так думал и я, но детство кончилось, а бедный муравьед и по сегодня остается невостребован и скачет, где скакал. А незнакомка номер два уже тем временем взошла на тротуар, фосфорицируя ирдей. Я весьма мила, не хуже первой, даже лучше, то есть даже лучше всех, и очень кстати, я ведь тоже не любой. Где я? Девушка, девушка, где я? Не к вам, не к вам ли я теперь же совсем почти испытываю что-то, что по некоторым признакам похоже на любовь?